Добрый день, дорогие подписчики. Сегодня решил наглядно показать, как работает скиммер фирмы NTEX. Давайте посмотрим, на что он способен. Смотрите, вот скиммер. Вот так вот он стоит на бассейне. Крепеж. Скиммеры ставятся абсолютно на любые бассейны, то ли каркасный, то ли надувной. Подключается к насосу. То есть через насос дальше на выход. Собирает всю верхнюю грязь. Мошки, там все, что получается, падает, все собирает. Создает вот такую вороночку. Вот видите, можно его наклонить, чтобы было удобно. Вот. Не знаю, видно, нет. Вот так. И дальше это все фильтруется через фильтр. Вот, и на выходе уже получается чистая водичка. Поставили у себя дома большой бассейн фирмы NTEX. Буду снимать и показывать, как пользуемся аксессуарами. То есть в этом видео вы увидели скиммер. В следующем видео буду показывать, как пользуемся автоматическим пылесосом. И также у нас есть пылесос ручной. Также сниму видеообзор, как пользуемся химией для бассейна. Вы пока подпишитесь на наш канал и поставьте лайк. Для того, чтобы подключить скиммер, просто наденьте гофру на штуцер, который всасывает воду. Всем спасибо.